Это древнейший музыкальный инструмент. И в республике Коми у нас этот инструмент был двух видов. Это деревянный сигудек, выдолбленный из цельного куска дерева. Данные инструменты, это инструменты уже все-таки современные и сделаны для концертной деятельности, и поэтому струны здесь стоят металлические. А вообще звук был очень такой, очень нежный и тихий звук. И говорят, что раньше, когда девушки, там парни танцевали под сигудек, снимали обувь, потому что звук был очень тихий. Такой инструмент обычно мастер изготавливал для игры на посиделках, вечеринках, когда он не был на охоте или на рыбалке. Вот. И данный инструмент с металлическим корпусом, резонатором. Данный корпус – это банка из-под пороха. Этот инструмент обычно изготавливался в охотничьей избушке и хранился там же. И длинными вечерами, когда охотник приходил в избу отдыхать, он брал этот инструмент и начинал на нем играть, вспоминая близких и родных.